Всем привет, друзья! Вы на канале TNT Fox. Сегодня будем продолжать тестить классные дымы. Как и обещал, будем... Следующий дым будет вот такой, Марсала. Не знаю, как переводится, напишите в комментарии, чтобы я точно знал, какой цвет дыма. Также еще остались вот такие дымы, и затестили штук 5 разных дымов, тоже цветных. Посмотрите предыдущие ролики, получилось очень классно. Взял опять целую коробку петард, еще здесь кулек целый, и вот таких петард будем связками взрывать. Будет, короче, очень весело и очень интересно. Что ж, давайте, пожалуй, так и сделаем. Взрывем первой связочкой вот такие корсары. Так, давайте скроем вот эти корсары 4. Это я взял их специально для подсыпки. Что-то зажигалка тухнет. Сейчас возьму другую. Так, есть. Берем одну петарду. Будем ею подсыпать. Так, выберем здесь место. Здесь будет хорошо видно взрывы. Так, вот так. И давайте здесь выставим первые петарды. Вот такие будут у нас Корсар 3 на 5 взрывов от Золотого Дракона. Вот такая упаковка. Люблю, когда так хорошо запечатывают, не просыпается порох, ничего. Так. Смотрите, какие. Тоненькие, и их много. Сделаем солнышко полноценное. Так. И подсыпаем. Обожаю вспышку, когда флеш загорается резко. Так, есть. Коробочку убираем с этим мусором. Сразу сюда. Во. Ну что, поехали. Поджигаем. Ух, сейчас будет много взрыва. Есть, одна даже где-то здесь взорвалась. Так. Давайте теперь побросаю громовиц. Посмотрите. Вот, есть вот такие громовицы. Тоже классные штуки. Давайте по 5 штук буду бросать. Так, закрывайся. Ну что, погнали. Так, видел, там одна затухла. Давайте ее подправим. Так, она прогорит и будет дальше срабатывать. Я вам потом покажу. Так, давайте теперь затестим также связкой вот такие мыши Grand Mouse. Давайте вот здесь. Как бы их... О, вот здесь. Здесь будет шикарно все видно. Так. Вот такие Grand Mouse мышки. Так, расчистим место.
Во. Выставили. Так, и поехали. Сюда. Флэш. Есть. Ну что, пробуем поджигать. Так, коробку в руку. Ё-моё, затухло. Давайте возьмем еще корсарчик. Так, в сторону. Добавим побольше, ребят, а то что-то не идет. Три не сработали. Так, есть контакт. Давайте дальше. Запустим. Давайте дымовушки вот такие побросаю. Вот, посмотрим. Так, следующее. Color Smoke Bells. Вот такие, так, от Фурора. Давайте берем... три штуки, поскольку петарды очень много, есть что тестить. Блин, белый самый топовый. Так, есть. Продымели сразу их в сторону. Так, давайте бахнем несколько петард. Что у нас тут есть? Росточки, всякие мячики, пулеметные ленты. Корсар 6 можно бахнуть. Так, давайте корсаром 6 взорвем вот эти кусты. Вот так вот. Посмотрите взрыв. Есть, разнесло траву. Так, берем дальше. Что у нас тут? Гром вот такой. Давайте вот здесь установим. Он не мощный. Посмотрим, будет кольцо или нет. Есть взрыв. Так. Мячик бахнули. Дайте пулеметку. Блин, розочка не сработала. Теперь каждый раз прикрываюсь от розочек, потому что они бывают взрываются, короче, попадаются. Ну, типа, берете розочку с треском, а она еще и взрывается потом. Так, давайте бахнем вот такую петарду со свистом.
есть зрю. Ну и давайте напоследок что-то одно еще большое бахнем, что у нас тут есть. Давайте Corsair 7 затестим. Посмотрим, как он взорвется. Во. Тоже его, короче, засунем. А, давайте вот здесь. Так, спрятали. Капец, вот это рубануло. Я же испугался. Весь куст полностью вырвало. Мощь. Что ж, и давайте тестить сегодня дым. Выйдет вот такой дым у нас. Марсала. Так, вот тут будем. Так, обязательно посмотрите предыдущие ролики. Там были просто супер дымы. Предлагайте, какой дым брать в следующий раз, какой покупать. Ух, классный. Смотрите, какой насыщенный. Очень долго дымит. Есть. Затестили? Что же, ребят, у меня есть классная идея. Давайте так, если будете набирать под каждым таким роликом по 3000 лайков с дымами, я буду сразу два разных дыма тестить одновременно и посмотрите классный эффект. А если будет по 5000 лайков, будет сразу по 3, короче, дыма. Будет вообще просто топ. Так что, ребятки, давайте по-быстрому набираем 5000 лайков или 3 и будем сразу по 2 дыма тестить. Ну, если наберете 2000 лайков, будет следующий ролик с дымом. Постарайтесь набрать, если за день набираем 2000 лайков, выходит сразу следующий ролик с дымом. А вот такой дым сегодня был. Смотрите, еще остались такие дымы, столько петард. Обязательно, чтобы не пропустить следующее видео, подпишитесь на канал. Также подпишитесь на второй канал, у меня есть второй канал, ссылка на него будет здесь. Также внизу в описании. На втором канале также классные видео с пиротехникой, как и здесь, очень интересные и веселые. Напоминаю, ребят, быстро набираем лайки, и я сразу выпускаю следующий ролик. Если будет много лайков, сниму, со мной много дымов будет. Или вообще, давайте, если будет реально очень много лайков и поддержки, комментариев классных, буду покупать такие огромные дымы двухсторонние, и они просто дают неимоверное количество дыма. Это очень классно, хочу такие затестить, так что поддержите канал, ради вас буду покупать. Подписывайтесь, еще раз напоминаю, на канал. Также смотрите здесь 4 видео, они тоже классные, может быть, вы их еще не видели. С вами был TNT Fox, всем спасибо за просмотр, ребят. Пока-пока, до новых встреч, жду вас в следующем видео.